Новое видео выходит каждый день в 20:00. Как же заебала свобода слова. Нет, на полном серьезе, это никакой не кликбейт и многое такое, что вы могли подумать, как бы прочитав название данного ролика и услышав первые несколько секунд после начального, я не знаю, как это назвать, интро, наверное, или что-то наподобие того. На самом деле, я в данном ролике буду бомбить, поэтому если вы не переносите мат, блять, вы такой святоша прям, то закройте, пожалуйста, ролик. Если вы на меня подписались там после каких-то роликов, где я не бомблю, а это вряд ли, потому что большое количество людей, подписанных на мой канал, подписалось именно с роликов, где я бомблю, поэтому, по идее, вам такой формат должен нравиться, безусловно. Вы знаете, меня прям вот заебало, блять, мнение людей, которые мне, блять, пытаются навязать. А если кто не знает, там на мой канал сейчас подписывается достаточно большое количество людей, немало также отписывается. И вы знаете, отписываются они либо потому, что я ролики выпускаю слишком часто, они привыкли один ролик, блять, видеть раз в год или что-то наподобие того. Либо же, когда я говорю мнение, непопулярное мнение, которое не соответствует их мнению. Как они думают, к идеальнейшему, блять, мнению. Они не способны думать своей головой, они не способны менять мнение и многое другое. И из-за этого происходят вот такие вот конфликты. И ладно бы они писали в комментарии, они подняли мне статистику ролика, я с них поржал и так далее. Но, сука, когда мне там 3-4 человека начинают флудить, блять, в ЛС, ВК, одно и то же, видимо, по какой-то договоренности или как-то еще, блять, я не буду называть их имена, идите нахуй, ёбки просто, блять. И начинают мне все как один доказывать, блять, что то, что я сказал, это неправда. И давайте я вот немного поподробнее вам расскажу. Я вот в последнее время очень много времени уделяю на своих двух каналах Full RP, да и на стримах бывает. А, блять, Twitch-то забанили, ну неважно. Да и на стримах бывает, если меня спросят, то я могу рассказать. Вот, вы знаете, я всегда считал и считаю по сей день, меня никто так и не смог переубедить, что Full RP это говно для конченых даунов. И играть на Full RP это, блять, не уважать себя. И среди вот Full RP проектов, которые там сервера и так далее, я выделяю очень много серверов, которым я питаю этакий негатив, такой как Gambit Roleplay, Pacific Coast Project и так далее. И данное мнение у меня сформировалось либо потому, что я сам играл на данных проектах как Gambit, либо из отзывов каких-нибудь ютуберов, работающих в данной среде, как, например, Лучега, Кейкняш и там прочие какие-нибудь фулрпшники, я не знаю, блять, как их еще можно назвать, извините, мужики, если что. И вот они, вот Данил Герер в частности, они вот как один говорят, что Pacific Coast Project это, блять, для обезьян. И вот прикрепляют вот эту свою точку зрения какими-то видеороликами или просто суждениями с данного проекта, как там их убивают и так далее, как там не отыгрывают роль своего персонажа и многое другое. И вот я также вот, посмотрев ролики данных людей, послушав их высказывания, считаю также, что вот Pacific Coast Project, допустим, говно для конченых обезьян. Я имею на это полное право, так как у меня есть свое мнение. И поймите, чуваки, нету какого-то исконно правильного, блять, мнения, говно ли Full RP или не говно. Просто у кого-то есть одна популярная позиция, по типу того, что Full RP, мол, это такая элита сам по все вот эти вот RPG-сервера по типу Аризоны, блять, сам RP и Даймонда, это говно. А есть второе, непопулярное мнение, людей, которые чаще всего их не высказывают, но это, конечно же, не про меня. По типу того, что Full RP это полнейшее говно для конченых даунов, и я данную точку зрения высказываю, и от меня после этого отписываются, и отписывайтесь вы нахуй, потому что ебучая циферка в виде вас, блять, мне не нужна. Отпишешься ты, ебучий, блять, адепт своего любимого, блять, Full RP детища по типу Пацифика. Подпишутся другие, блять, нормальные люди. Не занимай, блять, слот активной аудитории. Пошел нахуй, ёбок. И я просто, блять, не могу понять. И мне просят еще, я называю, блять, Пацифик говном. Вот я на примере вам привожу. Я называю Пацифик говном, блять. И мне говорят, ой, а ты тут Пацифик назвал говном. А приведи, пожалуйста, пруфы. Я говорю, какие, блять, тебе нужны пруфы, блять? Пруфы чего, блять? Пруфы того, что говно это, блять, говно или чё? Ой, сука, вот я, блять, сейчас я вам поподробнее немного приведу, потому что я знаю, что вот данный ролик обязательно посмотрят те чуваки, которые флудили мне, блять, в ЛС. Просто идите нахуй, ёбки, блять. Просто, блять, идите нахуй, понимаете? Просто я вас, блять, ненавижу. Вы такие ебучие уёбки, блять. Понимаете? То есть
Блять, говоришь человеку, что 2 плюс 2 это 4. А он тебе отвечает: нет, блять, 2 плюс 2 это 5. Ты такой: как? Ведь по всем законам математики, физики, астрофизики, блять, астрономии, биологии, химии, 2 плюс 2 это 4. Он такой: нет, приведи профы. 2 плюс 2 это 5. Что я должен, блядь, доказывать? Какие профы я тебе должен дать, уёбок? Ты же еблан, блядь. Если я тебе даже профы приведу, ты скажешь: блин, а это профы какие-то, ну они, ну, не настоящие какие-то, блядь, фотошоп и так далее. Хотя я не знаю, как в данной ситуации можно какие-то профы, блядь, привести. Если все, блядь, говорят, все приводят мне факты, блядь, того, что вот Пацифик, блядь, говно из-за того, что вот эти вот обезьяны нон-рпшище, блядь. Какие я, блядь, пруфы должен привести? Или давайте я более конкретизированный пример вам приведу, блядь. Вот лежит говно. Представьте, блядь, кучу человеческого, там, любого другого говна. Пацифик — это вряд ли какое-то, блядь, человеческое говно. Я думаю, что такую хуйню, блядь, человек создать не сможет просто, блядь. И человек, вот вы представьте, садится, блядь, начинает есть это говно. А ты ему говоришь: чел, слушай, а может ты не будешь есть говно, блядь? Может, я не знаю, у тебя что, у тебя денег на еду нет? Давайте дам, блядь, 35 рублей, иди купи себе доширак, блядь. Поешь, и все будет нормально, вместо того, чтобы есть это говно. Он говорит: нет, я буду жрать говно. Ты такой: ну зачем? Ну это ж говно. Он такой: а ты приведи пруфы, что это говно, блядь. Просто что, блядь, я должен привести пруф того, что, блядь, говно это говно или что, блядь? Я просто не понимаю, что вы, блядь, от меня требуете, уёбки? Идите, блять, просто нахуй выражайте свое мнение в комментариях, блять. Я на него отвечу. Я, возможно, к вашему мнению, если оно будет разложено по полочкам, блять, я к нему прислушаюсь. Если вы мне скажете, почему мое мнение, блять, в корне неверно. Как вы меня, блять, заебали. Ты не прав, блять. Я играл на Пацифике, у меня там был, блять, дом, машина, все со мной РПшили, блять. Я тебе больше могу сказать, со мной на сам ПРП, блять, люди РПшили. И чё, блять? Это фулл РП проект от этого, блять. Просто я, блять, не понимаю. Как вы, блять, это нахуй делаете? Как вы, блять, такое пишете? Я, блять, ума не приложу. Просто, блять, идите нахуй, ёбки. Я, блять, не понимаю. Просто, блять, идите нахуй, блять. Отписывайтесь от канала, блять, если я такой токсичный, тут сижу такой кислотный, блять. Ой, я разрушаю вашу самповскую аудиторию, такую мирную, дружную, блять. Я сам Ютуб разрушаю, такой мирный, дружный весь, где у вас есть идеалы ваши, блять, ютуберы, блять. Ой, идите нахуй, просто идите в пизду, ёбки, блять. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не играйте на Full RP, тем более на Пацифике, потому что Пацифик, как мы можем знать, это, блять, говно. Это хуйня из-под коня, на которой я бы никому не советовал играть в принципе, блять, даже за большие деньги. Хотя я бы там, наверное, поиграл за большие деньги. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.